А если он бьет на свой счет? Пофиг, забрала. Красотища. Это же очень дорогой ресторан. Ты б ее видела. Алиса! Слушай, он сам сказал, все для вас. Ну и я взяла ее. Нечего мне еду на красивых тарелочках подавать, ясно? О, боже, они тебя найдут! Да ну, кто? Испанская инквизиция? Будь спок, я шучу. Они кого угодно найдут, уже небось следят. Да, они следят, прямо пялятся. Следят, поджидают, чтоб... Да блин, в чем прикол-то? Я пержу, бывает. Что особенного? Все так делают. Запах не устраивает. Но все может быть. Дура ты, я не шучу. Они видят, слышат и следят. И да, Иша, может, даже нюхают. Да-да, дорогуша, старая тема. Лечила бы ты паранойю. Год был предупреждением. Главная инфраструктура города обязана находиться в нейтральной зоне. 11 человек погибли в хаосе, который царил тогда в городе. Недостатки энергосети выявил хакер. Этот хакер Реймонд Кинни, герой, а не злодей. Чикагская CTOS уязвима. Жители беззащитны. Вернем контроль. Хотел пустить ему пулю в лоб, но у меня есть идея получше. Он считает себя королем. Надо стащить его с трона и макнуть мордой в грязь перед всей шайкой. Чтобы остальным неповадно было.
передайте моей жене, что я трахал ее сестру. В чем дело? А, твою мать! Точно нужно выпить. Найти его! Без глупостей! Прибью его! Чё за нахрен? Мать твою! Я прикрою. Полиция Чикаго приняла постановление об аресте Пирса. Однако жители продолжают поощрять его действия. С такой народной поддержкой его будет очень трудно найти. Что у нас тут? Вот это да! Ух, негодяйка! Прямо разошлась сегодня. Ну, как и вчера, и позавчера. Ну, дела. О, а тут у нас кто? Сачок попиваем, ну, все понятно. Апельсиновый был яблочный. Так. Пишем среда. Да. Что за... Какого? О! Твою ж... Блин!
Привет. Да? Вчера иду по улице. Передо мной пацан какой-то прямо на ходу играл. Отлично. Его чуть тачкой не сбило. И ладно бы он просто по мобиле болтал. Так нет. Не мог оторваться от этой тупой игры. Тише. Что у нас тут? Не надо. Тихо. Есть хочешь? Кушать, да? Ну ладно, вот, на, поешь, зайка. Все хорошо. Ну, как ты там? Нам вкусно? Вкуснятина? Да? Да, вкусняшка. Прямо объедение. Вот так. О, боже! Вот, блин. Ой-ой-ой. А кому пора поменять подобный?
спас. Встретиться с этим типом. Он вряд ли обрадуется. Но в больнице у него будет время подумать. И смогут потом использовать против. Бабушка с дедушкой приедут. Ты слышишь? Это кто? А ну выходи! Черт, он мертв! Найди его! Он где-то здесь! Найти! Ни хрена тут нет! Там гляну! Oh, please.
расслабляться! Что за херня? Приглючилось что ли? Всем глядеть в оба! Тупите! Ищем! Найди его! Жить хочу. Вдох, Уэйд. Спокойнее. Ну ладно. Я жить хочу. Ищем дальше. Разойдись. Ищем. Ну чё, чем помочь?
Найди его! Отзывай всех! Хватит с нас! Он покалечил человека, потому что тот мешал ему пройти. Посмотрим, что он скажет после встречи со мной. Да и хер с вами, уроды! Все тут сдохнем! Срочно нужно. Пошли, без него. Здесь голяк, там гляну. Тут никого, пойду дальше. Тут никого нет. Да и хер с вами. Завалите его!
работает! Что за шум? Ну что, вызвать, что ли, кого-нибудь? Так-так. Господи, что это? Мертвец? Эй! Не упустите его! Найдите этого гада! А, твою ж мать! Возвращаемся. Бункер. Для Клары это будет находка века. А вот Тобиаса он пугает. Мифы меня не интересуют. Но если верну Ники, отлично. Нашел Тобиаса? Ну да. И? Сыграли в покер. Потрепались. Что он сказал? Клара, все правда. Говорила я тебе. Без меня не ходи. Скоро буду. Спокойно. Там даже электричества нет. И вход мы еще не нашли. До встречи.
Прости, что с тачки так вышло. Небось, всю пришлось разобрать, чтобы найти мою флешку. Все 6 обманок нашел. Ну что, твой ход, только учти. Трюк с машиной я уже провернул, так что руки прочь от моей девочки. Прошу. Еще два. Как
кажется, генератор заработал. Его мощности будет мало. Поищешь вход? Как Блюм спрятали целый бункер. Надеюсь, есть потайной лифт. Дергаешь рычаг и спускаешься на тайный уровень под землю. Может, под воду? Мы на острове. Размечталась я. Ну, вверх. В одно из зданий. Буду искать. Генераторы там. Взломаю двери. Почти готово. Будем внутри, подключишь к сети. Для таких, как я, это находка века. Облажаюсь? Забирай мою карточку хакера. У тебя правда есть карточка хакера? Проведешь нас внутрь. Может, и покажу когда-нибудь. Я стараюсь. Эй, зайка, ты нашел файл? Печалька, что в бункере уже не слышно. It's raining man. Круглые сутки и в твоей тачке. Куда ты заходишь? Кстати, если песня вдруг нужна, я тебе ее залью. Вперед.
готово. Нашла. Судя по всему, система включилась. Подожди. Чего? Что может случиться? Там 100 лет никого не было. Хочу увидеть твое лицо, когда откроется дверь. Я была права. Клара, пообещай мне кое-что. Никому пока не говори. Дождись, пока закончу. Лады. Помоги-ка запустить. Хоть глаз выколи. Можешь свет включить? Ну, с Богом. Похоже, Блюм вывезли большую часть железа. Но самое главное, связь есть. Вуаля. Нас могут засечь? Все защищено. На бумаге не засечь, не взломать. Нам почти удалось. Дай координаты того айпишника. Минутку. Почему он так важен? Да, это просто зацепка. Как Дэмиан это нашел? А неплохо спрятано. Просто так не подлезть. Похоже, сигнал был из Россифремонт. Вот чиновой срок. Вот. Камеры. Хорошо бы глянуть, что внутри. Подключишься? Нет. Они даже не в системе. Странно это. Если не выйдет отсюда, подрублюсь изнутри. Как вернешься, все будет готово.
Не стоило мне впутывать в это Клару. Доверие – опасная вещь. Но без нее я бы ничего не добился. Она мой друг, если у меня могут быть друзья.